Мы продолжаем наши соревнования. На паркет выходит категория «Юнала 1 школа». В этом финальном туре для вас танцуют пары под номерами 47, 61, 87, 99, 115, 315. Поаплодируем им, конечно же, поаплодируем. Пять танцевальных дуэтов, а должно быть 6. Номер 47 есть на площадке? Есть. 61. 87. Есть пара номер 87. Вы танцуете в финале категории «Ювеналы 1 школа». Мы приглашаем вас на площадку. Пара номер 87. Конкурсный танец «Медленный вальс». Спасибо. Давайте поаплодируем. Уважаемые танцоры, есть неплохая для вас новость. Это была разминка, поэтому можете расслабиться. У вас сейчас будет еще один шанс. Все танцоры на месте, все финалисты в строю и уже готовы бороться за пьедестал в категории «Ювеналы 1 школа». Мы попросим нашего звукооператора подготовить еще один раз мелодию «Медленного вальса». Итак, «Медленный вальс».
гудков звучат аплодисменты зрителей. Большое спасибо. Следующий конкурсный танец – квикстеп. Прошу прощения, ча-ча-ча. Спасибо, конечно же, мы будем аплодировать. Я попрошу приготовиться к категории финала 2 «Школа». А мы завершаем этот финал и смотрим танец «Джайв». Спускаются ребята в зрительный зал. Генералы 2 школа. Пары под номерами 37, 75, 77. Три танцевальных дуэта на площадке. Первый конкурсный танец «Медленный вальс». Следующий конкурсный танец «Ча-ча-ча». Thank you.
Большое спасибо, звучат аплодисменты зрителей. Следующими на этот паркет готовится выйти категория «Дети начинающие», а мы смотрим танец. Джефф. Дети начинающие, пары под номерами 34, 35, 79, 301. Танцоры, выходите на паркет. 34, 35, 79, 301. Четыре танцевальных дуэта принимают участие в этой категории. Уважаемые судьи, медленный вальс. Вашему вниманию, ча-ча-ча. Аплодисменты звучат еще громче.
Следующими выходы на паркет готовится категория юниоры 1 плюс 2. Начинающие финалисты этой категории начнут с латиноамериканской программы. Ну а мы смотрим танец. Жайв! Танцевальным дуэтом давайте им поаплодируем и проводим со сцены, и отправляются ожидаются результаты и церемонии награждения. Мы встречаем финалистов категории юниор 1 плюс 2 начинающие. Ребята, если вы увидели свой номер и знаете, что вы танцуете в финале, выходите на паркет. Не обязательно ожидать, когда же ведущий назовет номер вашей пары. Ну а зрителям, конечно же, можно аплодировать. Я уверен, что у каждой пары есть свой болельщик, и он не упустит возможности поддержать свой любимый танцевальный дуэт. Ведь так, болельщики? Итак, первый конкурсный танец «Ча-ча-ча». Еще 30 секунд. Ча-ча-ча. Танцорам большое спасибо болельщикам за вашу поддержку. Выходу на паркет готовится категория соло 12-15 лет, латиноамериканская программа, а мы смотрим танец «Джайв». Take a break. Well, I'm a hot air balloon. I can go to space. To the air like I don't care. I'm baby by the way. I'm not like you.
And don't hold it back. But I should cry and warn you, I'll be just fine. No offense, need you to go away. Большое спасибо, танцоры, большое спасибо, болельщики. Уважаемые танцоры, у вас есть три категории для того, чтобы сменить костюм на европейскую программу. Советую вам поторопиться. А мы встретим полуфиналистов в категории соло 12-15 лет. Латиноамериканская программа на площадке. Участники под номерами 26, 44, 45, 70, 71, 78, 85, 92, 93, 110, 137, 139. Вот они во всей красе перед вами, уважаемые болельщики. 12 замечательных девчонок, которые будут бороться за выход в финал. Одиннадцать участниц на паркете. Давайте проверяться. Есть участница под номером 26? Нет участницы под номером 26. Есть участница под номером 26 и принимает ли она участие в категории соло 12-15 лет латиноамериканская программа. Уважаемые судьи, сейчас обновятся ваши электронные устройства, на которых будут правильные судейские протоколы, без участницы номер 26. Так, я жду от вас подтверждения. Поехали, ча-ча-ча! Thank you.
аплодисменты! Продолжается этот полуфинал. Выход на паркет готовится категория «Ювеналы 2. Начинающие». А мы смотрим танец «Джайв». И готовиться к следующему выходу на паркет. Ну а мы встречаем финалистов категории «Ювеналы 2. Начинающие». Уважаемые танцоры, если вы знаете, что вы прошли в этот финальный тур, смелее выходите на паркет. Так, болельщики подъехали, приятно. Танец «Медленный вальс». Ча-ча-ча.
Ваши аплодисменты звучат в адрес танцоров. Следующие на этот паркет выйдут претенденты на золотой финал в категории соло-дебют 8-11 лет. Джейк! Большое спасибо. Танцоры, вы отправляйтесь ожидать церемонию награждения. Категория соло-дебют 8-11 лет. Пока мы ожидаем наши судейские протоколы, я приглашаю вас на сцену. На этот замечательный паркет, на котором вы продолжите борьбу за золотой финал. Есть в зале участницы категории соло дебют 8-11 лет. Номера 1, 11, 42, 48, 82, 98, 112. Это участники категории соло дебют 8-11 лет. Большое спасибо. Категория соло дебют 8-11 лет. Вы уже даже провели с нами церемонию награждения. Мы провожаем вас в зрительный зал. Прошу прощения, вы уже танцевали, ваши результаты уже у вас, и награды также у вас. Поэтому отправляйтесь отдыхать. Большое вам спасибо. А мы встречаем юниоров 1 плюс 2 начинающие. Они продолжают свой финал и исполнят для нас европейскую программу. Под ваши аплодисменты танцоры выходят на площадку.
спасибо, уважаемые танцоры. Будем считать, что вы размялись, попробовали себя в европейской программе, потому как у вас сейчас впереди два танца, на которых, возможно, и решится, кто же из вас займет первое место. И пока зрители аплодируют, танцоры переводят дыхание, снимают стресс и радуются тому, что у них сейчас будет еще одна дополнительная возможность. Также танцоры могут поблагодарить своих болельщиков, если будут им аплодировать сейчас. Танцоры, поаплодируйте своим болельщикам. Ну а самая лучшая благодарность танцора на аплодисменты зрителей, это, конечно же, поклон. Так и происходит диалог между зрителем. Зрители аплодируют, танцор говорит спасибо большое. Вам, зрители, вы великолепны. У нас продолжается регистрация на второе отделение. Я напоминаю, что у нас есть убедительнейшая просьба всех тренеров, всех руководителей, а также родителей, которые регистрируются самостоятельно, обязательно проверьте отличие своих участников в тех категориях, в которых вы хотите танцевать. Ну и, конечно же, было бы неплохо определиться уже сейчас, в каких именно категориях вы будете танцевать. Также я напоминаю вам, дорогие друзья, что ровно через неделю, 27 сентября, мы ждем вас в курортной зоне в городе Коблево, где пройдет красивейший турнир под названием «Суперкубок Рады Украинской танцевальной ассоциации». Город Коблево, санаторий «Винница». Прекрасный зал этого санатория примет всех участников «Суперкубка Рады Украинской танцевальной ассоциации» 27 сентября. 4 октября мы ждем вас в городе Запорожье на турнире Grand Cup. Турнир посвящен десятилетию танцевального спортивного клуба Grand и состоится 4 октября в Дворце спорта Запорожье Люминстрой. 17 октября мы приглашаем вас также в город Запорожье в спортивный комплекс Motor Sich, где пройдет всеукраинский турнир Golden Step. Всю подробную информацию, а также онлайн-регистрацию на эти и другие события вы можете найти на нашем интернет-сайте rutadance.com.ua. А также 18 октября мы приглашаем вас в город Мариуполь, где в спортивном комплексе «Ильичевец» состоится соревнование по танцевальному спорту «Wave Dance Festival». Приглашаем вас присоединиться к этому замечательному празднику танца. В программе соревнований призы от спонсоров соревнований, яркая атмосфера, показательное выступление чирлидеров и танц спортгруппы «Шторм». Комфортабельные условия для участников турнира, раздевалки, кафе, танцевальные магазины и многое-многое другое. 18 октября, город Мариуполь. Итак, уважаемые танцоры, медленный вальс.
большое спасибо. Следующий конкурсный. Следующий конкурсный танец. Квикстеп. Вы завершили все соревнования, ожидайте церемонию награждения. Мы приглашаем на площадку финалистов категории соло 12-15 лет, латиноамериканская программа. И если, девчонки, вы знаете, что вы уже в финале, выходите на паркет, зрители будут вам аплодировать. В этом финале для вас танцуют участники под номерами 44, 71, 85, 110, 137, 139. Аплодисменты, друзья, аплодисменты. Ча-ча-ча. Спасибо за учет аплодисменты зрителей, и мы продолжаем этот финал и смотрим танец самба. Подготовиться к выходу на паркет финалистов категории «Ювеналы 1. Начинающие».
После финала ювеналов 1 начинающие я приглашу всех участников на парад награждения. Джек! Спасибо участницам этого финала. Вы ожидаете церемонию награждения, которая состоится буквально через 4 танца. И эти танцы для вас исполнят ювеналы 1 начинающие. Встречайте финалистов в этой категории на площадке. Смелее, смелее выходим. Я предлагаю использовать вам всю площадь паркета. Спасибо. В этом финале танцуют пары под номерами 38, 46, 62, 84, 88, 315. Уважаемые судьи, мне нужно подтверждение от вас, что у вас готовы все судейские протоколы. Медленный вальс. Спасибо. Где же ты, болельщик, хочется спросить? На месте, это радует. Спасибо вам большое. Следующий конкурсный танец. Квикстеп. Yeah.
далее. Эффектный квикстеп. Большое спасибо танцорам. И мы переходим к латиноамериканской программе. Вашему вниманию. Че-че-че. Первого отделения, а участников первого отделения я попрошу пройти парадом и построиться возле красивейшей белой кулисы.
участников первого отделения проводят судьи сегодняшнего турнира. Илья Курдюм, город Бердянск, Денис Крыш, город Запорожье. Соло 5-7 лет. За третье место награждается Зайцева София, город Бердянск, клуб «Фаворит». Также за третье место награждается Рудая Злата, Бердянск, «Фаворит». За второе место награждается Приходько Милана, Павлоград, Виктория. На втором месте Жильцов Богдан, Мариуполь Импульс. Участник под номером 29 Жильцов Богдан, город Мариуполь, за сцену спортивный клуб Импульс. Вы награждаетесь за второе место в категории соло 5-7 лет. За первое место награждается Маматенко София, Запорожье, Адель. За первое место награждается Мудрак София, город Днепротаск, клуб Гуковых. Ваши аплодисменты и, конечно же, фотография на память. Аплодируем, аплодируем, друзья, и, конечно же, делаем фотографию на память. Большое спасибо. Дети дебют. За второе место в категории «Дети дебют». За второе место в категории «Дети дебют» награждается Кравченко Егор, Струк, Варвара, город Бердянск, самый спортивный клуб «Фаворит». За второе место награждается Даков Данил, Паленкова Полина, Бердянск, «Фаворит». За второе место награждается Киров Илья, Болик София, Бердянск, Эдельвейс. За первое место в этой категории награждается Швачка Степан, Байдала Виктория, Бердянск, «Вдохновение». За первое место в этой категории награждается Гульчанский Сергей, Сокола Анастасия, город Бердянск, Эдельвейс. Шиман Мария Ангелина, город Запорожье, национальный спортивный клуб «Гран». Фотография на память.
большое спасибо. Детвора, мы провожаем вас принимать поздравления от ваших родителей и тренеров. Категория «Дети начинающие» на третьем месте. Самборский Кирилл «Родовая Злата», Дерганск «Фаворит». Также за третье место награждается Панченко Евгения Васильчука «Лиса», Мариуполь «Импульс». На втором месте Шапошников Глеб Королева Амелия, Запорожье Грация. И за первое место награждается Кузьменко Артем Шиман Мария Ангелина, Запорожье Гранд. Школа. За третье место награждается вершина Евгений Бутина Ева, Дерганск «Фаворит». На третьем месте Ястребов Михаил, Воронова Дарья, Мариуполь «Вернисаж». На третьем месте Стайновский Антон, Михова Кира, Бердянск «Фаворит». На втором месте Пархоменко Богдан, Пархоменко Дарья, Бердянск «Эдельвейс». Также за второе место награждается Шабалин Дмитрий, Онищенко Ксения, Бердянск «Фаворит». Также за второе место награждается Маслова Назар, Козлова Валерия, Бердянск «Фаворит». За первое место в категории «Ювенал 1 школа» награждается Скороход Даниил, Христова Вероника, Бердянск «Эдельвейс». За первое место награждается Гагин Никита, Калиниченко Анастасия, Мариуполь «Вернисаж». И за первое место в этой категории награждается Букреев Тимур, Медведева Аделина, Запорожье, танцевально-спортивный клуб «Адель». Ваши аплодисменты и фотография на память. Призерами и победителями. Категория «Ювеналы 2 школа» на третьем месте. Орленко Марк, Орленко Милана, Бердянск «Эдельвейс». На втором месте Комиссаров Эдуард, Шиян, Полина, Бердянск «Вдохновение».
Победителями в этой категории стали Ващук Никита, Кулик Мелания, Бердянск Эдельвейс. Начинающие. На шестом месте Златия Кирилл, Заярина София, Бердянск. Фаворит. На пятом месте Комиссаров Эдуард, Шиян Полина, Бердянск. Вдохновение. На четвертом месте Шевченко Александр, Калянда, София, Мариуполь, Карнавал. Третье место занимает Туманов Ярослав, Христова Дарья, Бердянск Эдельвейс. На втором месте Ващук Никита, Кулик Мелания, Бердянск Эдельвейс. Победителями в категории «Ювеналы 2 начинающие» стали Свешников Тимур, Свешников Анастасия, Запорожье, Интерденс. Спасибо. Юниоры 1 плюс 2 начинающие. На шестом месте Штепа Богдан, Штепа Карина, Новомосковск, Five Steps. На пятом месте Чадлов Владислав, Карпичева Дарина, Бердянск Эдельвейс. На четвертом месте Ломонос Александр, Чеброва София, Днепр, Танцклуб Буковой. На третьем месте Чигирёва Алексей, Попова Анна, Мариуполь, Фирия Данс. На втором месте Панков Антон, Мишура Евгения, Бердянск Эдельвейс. И победителями стали Симонов Тимур, Правда Полина, Новомосковск, Фейстекс.
Большое спасибо. Категория соло, 12-15 лет, латиноамериканская программа. На шестом месте Николина Альбина, Мариуполь, Финерия, Данс. На пятом месте Головатая Валерия, Бердянск, Фаворит. На четвертом месте Соловьева Лилия, Днепр, Танцпол, Луковы. На третьем месте Приладышева Ульяна, Никополь, Авангард. На втором месте Мельник Маргарита, Бердянск, Фаворит. На первом месте Файдулина Диана, Мариуполь, Платином. Аплодисменты и фотография на память. Соло 8-11 лет. За второе место награждается Фомиченко Дарья, Мариуполь, Платином. Также за второе место награждается Кучурина Алина, Мариуполь, Вернисаж. Также за второе место награждается Снитко Юлия, Мариуполь, Вернисаж. За первое место награждается Миндолина Анастасия, Бердянский Дельвейс. За первое место награждается Михаленко Вероника, Мариуполь, Вернисаж. Также за первое место в категории соло 8-11 награждается Павловская Полина, город Мариуполь, национально-спортивный клуб «Вернисаж». Ювеналы 1 начинающие. На шестом месте Стояновский Антон, Микова Кира, Бердянск, Фаворит. Фотографию на память уже сделали. Еще одну сделаем. Спасибо. На пятом месте Букреев Тимур, Медведева Аделина, Запорожье Адель. На четвертом месте Дрозд Максим, Мирошниченко Дарья, Мариуполь, Вернисаж. На третьем месте Гудс Денис, Анохина Анастасия, Запорожье Мрия. На втором месте Васильев Никита, Ироденко Милана, Бердянск, Вдохновение. И на первом месте Житченко Александр, Краткова Валерия, Мариуполь, Импульс.
аплодисменты! Начинающая, 12-15 лет, общий зачет. На пятом месте Кондрашова Наталья, город Мариуполь, Феерия Данс. На четвертом месте Шаульская Марина, Мариуполь, Вернисаж. На третьем месте Окунева Виталина, Мариуполь, Вернисаж. На втором месте Ганошенко Анна, Мариуполь, вернисаж. И победительницей в этой категории стала Никулина Альбина, Мариуполь, Феерия Данс. Юрковский Елисей, Гаврилюк, Камила, город Николаев, ансамбль спортивный клуб «Престиж». Всем спасибо. Уважаемые участники, которые еще остались без своих заслуженных наград, по техническим причинам мы вынуждены на полчаса отсрочить вашу церемонию награждения. Сейчас мы дадим возможность размяться участникам второго отделения. Затем мы продолжим вашу церемонию награждения, после чего будем открывать второе отделение.